Mr. Pleasant. How is Mrs. Pleasant? I hope the world is treating you right. And your head's in the air, and you're feeling so proud, 'cause you're such a success, 'cause the whole wide world is on your side. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good, Mr. Pleasant is kind, Mr. Pleasant's okay, Mr. Pleasant don't mind, as long as... Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Guys. Сегодня с Аказией вместе с Сашей поехали на утренний заказ в город Де-Мойн. У нас сейчас 10 часов утра. Да, минус 14 градусов. Похолодало. Завтра синоптики обещают минус 1. То есть такие у нас резкие скачки. Вчера было тоже тепло относительно. Сегодня яркий солнечный день. Погодчик нас сегодня порадовала. Дела сделали, и у нас есть время развлечься и проехать через центр города, посмотреть, что происходит. Ну и при возможности, если будет открыто, посетить местный Капитолий. Вот, хоть Капитолий попасть? Да, кстати, хорошо. Вот, я в Капитолий не попал в прошлый раз, он был закрыт, мы приехали слишком поздно. А потом на следующий день вместо Капитолия мы пошли в магазин антикварных автомобилей, где дорогие машины. Не помню, ты видел сюжет? Да, где-то там еще с этим разговаривался. Да, с владельцем. Да, где-то там еще потом вот открыл. Да, там вообще круто было. Вот, соответственно, кстати, пройди мимо этого магазина. Так, наверное, дальше я сверну, здесь я не буду сворачивать. Наверное, дальше сверну. Можно бы с интерстейта где-то найти выезд. О, точно, даунтаун, видишь, указатель. Exit 8A. Значит, те, кто не в курсе, Де-Мойн, да, это столица штата Айва. Конечно, он меньше, чем Линкольн, и меньше он, чем Омаха, но производит очень приятное впечатление. Своеобразный такой город. Центр они практически весь снесли, где были старые строения, и сделали такой современный такой город будущего, скажем так. Мне он очень нравится. Небольшой, на мой взгляд, минус, но тоже такой относительный, это то, что в центре города, в даунтауне, очень мало таких небоскребов, всего там одна такая вышечка, да, круглая, да, мы сейчас ее увидим, и как бы все, вот, небоскребов здесь не густо. И судя по тому, что они центр так застроили, распланировали, в центре города больше ничего особо высотно возводить не будут. С другой стороны, хорошая, грамотная планировка города. У них там он строго квадратно-перпендикулярный, запутаться невозможно. Поэтому мы сейчас проедемся через центр и потом как-то будем сужать круги и доедем до Капитолия. Сейчас я настрою чуть-чуть. Так. Вот. Так, я встану.
это, судя по всему, местный муниципальный транспорт нас обгоняет. Судя по всему. Что еще интересного есть в Демойне? В центре есть интересный парк с современной скульптурой. Есть детский такой центр, наподобие Омовского детского музея. Но, конечно, если сравнить с Омовским музеем, будет, конечно, скуднее. Если нам есть с чем сравнивать. Еще есть Asia Market, магазин азиатских продуктов и всего прочего. Азиатчина такая. Есть буфетик. Небольшой, не такой огромный, как Grand China Buffet в Омаха, но со своими преимуществами. Выходные там дают сырые устрицы, что не может быть не отмечено. Вот. Ну и вот смотри, вот он такой вот Демойн, центр у нас. Круче даже смотрится, чем, наверное, омахский даунтаун, согласись, вот есть что-то такое вот. Вот. От Нью-Йорка, от Чикаго. Да, компактненько. Компактненько и со вкусом. А здесь еще летом мы были. О, как здесь чудесно. Здесь у них все прямо зеленое такое. Все вот эти вот клумбочки, все навесные, все эти штучки, они все у них там цветут. Все прямо в цветах, весь такой дизайн хороший. Вот. И здесь одна улица туда, другая улица обратно. Поэтому мы сейчас пойдем сначала туда, на Локуст. А потом обратно. Я сейчас просто не помню, как мне доехать, куда нам надо. Ну, так будем, сужая круги. Может, попадем, куда хотим. Ну, это куда мы едем? А, мы едем вон на Капитолий. Видишь, впереди появился? Да, да, да. Появился впереди Капитолий. Вот. Мы сейчас прям до Капитолия. Вон, Демойн билдинг. Как бы с левой стороны. Стиль архитектуры, такой арт-деко, начало 20 века, однозначно, полидорный светильник у входа сохранился, аутентичный. Вот, на камере, правда, этого не видно, но ощущение, что билдинг старый, они, правда, сделали снаружи, вот, поменяли стеклопакет, а больше ничего не делали, так он стоит, как стоял, так в граните и прям вот в этом, в камне, ничего. Да, здание стоит долго. Да, здание стоит долго. Мне тут на днях позвонил по скайпу один зритель моего канала, кто планирует приехать в Омаху, и попросил прислать ссылки на жилье. Я им прислал ссылки, ну, на недорогое жилье, он там искал в бюджетном варианте. Он такой перезвонил через час, говорит, слушай, а что это такое, дома здесь написаны 1919, там, 1920, старье какое? Я говорю, слушай, ты просто дом снаружи не видел, внутри тоже его не видел. То есть ощущение такое, что дом-то может быть и такого года, но за это время его там переделали раз, наверное, 10, меняя полностью материалы, и снаружи, внутри, даже не знаю, что там из первоначального дома остался. Во-вторых, тут другой климат совершенно. Вот ты вчера видел здание почты, Саша? Да, и дурной материал вообще. То есть здание почты сделано так, как будто... В 60-м году его построили, при Хрущеве практически, да? Да, но он... такого материала стоит, что вообще, то есть, как будто он вчера так был. Кирпичное здание, то есть, может быть, сдали в эксплуатацию, там, не знаю, минут 5 лет назад. То есть, кирпич другой, абсолютно. Вот, если посмотреть на хрущевки, которые тут в Москве, из этого говенного там, кирпича, этого пористого, который там уже трескается, и вот то, что в Америке кирпич, это все, две большие разницы, как говорят, в Одессе. Ой, вот. Можно будет здесь машину кинуть. В прошлом году мы с женой были здесь зимой, здесь работал бесплатный каток с левой стороны, еще там располагается китайский домик такой, куда мы не пойдем, он там на глубине там находится. Саша, семья сегодня посчитала, что рановато вставать, а тем более девочкам сделали вчера прививки перед тем, как сделать application в школу. Поэтому Саша, жена, сказала, что дети сегодня дома посидят и решили домой не ехать, хотя изначально планировалась такая поездка. Ох, блин, смотри, стройку век здесь развернули. Я здесь год не был, вот здесь, вот на этой плазе. Что-то будут строить. Что-то будут строить. Да. Почему ведь быстро ведь построят? 100% я знаю, что построят очень быстро. Значит, строители здесь нужны. Строители здесь, значит, нужны. Не только строители, но и сопутствующие. Да.
там смотри, какая для велосипедов. А, это даже арт-объект был. Это был арт-объект. Я думал, что это велосипедостояночка, это арт-объект. Ну, мне он очень нравится. Де Мойн такой, он очень интересный. У них здесь нет платных парковок, да? Ты знаешь, они везде платные парковки. В отличие от Омахи, в Айве нужно платить деньги за паркинг везде. У них хотели вроде ввести бесплатные парковки в выходные дни, но, по-моему, это отклонили. Я не знаю, в этом штате не живу, но так я с кем-то разговаривал на эту тему. Мне сказали, что тут как бы надо денежку платить. Вот. Ну и впереди у нас цель нашего визита, собственно говоря, Капитолий. Капитолий. Так, похоже, здесь нужно объезжать. Не могу тут сообразить, где у нас лучше объехать. С этой стороны или с той? А, туда мы пойдем. Вот, все точно. Сюда я повернусь. Туда, куда? Да. Вот. Сюда do not enter, а сюда, наверное, могу повернуть. Судя по всему, да. И вот там, помнится, паркинг был справа. Точно. Сейчас. Сейчас все будет. Ну вот Айва. Хотя люди вот из Небраски, они, ну, кто такие махровые наши эмигранты, то есть живет в Омахе лет там по 15, крутят носом, говорят, что Айва дешевый штат, живут здесь нищеброды, что вообще здесь ловить нечего. Мне Айва нравится, на самом деле. Я каждый раз, когда я жду заказ, мне как бы, ну, нравится. Во-первых, и жилье здесь будет подешевле, но это доступнее. И ландшафт поинтереснее. Вот Небраска как ешь, как на запад. Там ровная равнина и эти фермы, больше ничего нету. А все-таки в Айве, там вот здесь ехать в сторону Чикаго и там в сторону востока, то как-то там поинтереснее ландшафт. Ну вот, смотри. Хорошо, что я сегодня с собой взял профессиональный фотоаппарат. Я считаю, что мне зачет. Слушай, а по-моему здесь паркинг или где? А наверху? Сори, не-не, вон наверху паркинг. Где это на паркинг? Паркинг здесь. Паркинг здесь. Все. Ура, 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 ура. Причем он не закрыт, не перекрыт. Может, пока не подъехать. Да, это вам не этот. Не Белый дом, где эти. Интересно. Пушка, да. Пушка здесь мировая. Слушай, как бы мне здесь запарковаться, найти местечко-то? Что-то я смотрю здесь. В прошлый раз мы где-то здесь парковались. А тут чего? Написано Fire Parking Lane. А вон внизу что-то есть. Вон какой-то parking places. Вот туда мы сейчас и заедем. Вот. А тут еще не зарезервировано для этих, для депутатов местных. Ну, то есть. Ну, наверное, да. Да. Для членов законодательного избирательного собрания. Вот. Я уже не знаю, как они тут называются. Короче, слуги народа. Слушай, вот интересно, это паркинг тоже для слуг народа или нет? Как ты думаешь? Ну, не знаю, что-то мирового. Сейчас мы посмотрим, сейчас что тут за паркинг такой. Если тут только одни слуги народа, пусть уже критично. Хотел предложить его парковаться, там где жук красный. Где жук? А давай здесь посмотрим. Если нет, вояж, вон вояж сделаем. Да, кстати, очень интересно. Что написано? Медиа-паркинг, вон, ну я не медиа-паркинг, хотя, что-то у меня, медиа-паркинг, вон ли, ну, давайте за медиа и запаркуемся, я же медиа, веду свой канал, кто бы ничего не говорил, вот так вот, все, попробуем сейчас узнать, можно ли в Капитолий зайти. О, как. Мощная стелла такая. Да, а это у нас Toyota Prius гибрид, вокруг которой я облизываюсь и думаю такую машинку себе купить. Вот, надо будет на днях заехать в салон и узнать, что там. Саша, помаши ручкой. Всем привет. А, центр города у нас там. Деловой центр. Ну а мы пойдем в Капитолия в Де Мойне.
Капитолии штата Айва, а сзади меня располагается кафе закусочное, где слуги народа кушают. Вот Саша заказал себе типичную вещь, которую слуги народа едят здесь. Саш, как тебе? Вкусно. Нормально, прям по тебе готовится. Самое прикольное, что здесь располагается комната Рональда Рейгана. Так что я подозреваю, что Рональд Рейган ел именно вот такие вот чизбургеры, как у меня. Я сейчас его запробую и скажу свою точку зрения. Вот, бодрой походкой после вкусных чизбургеров мы бежим за туристическим гидом, который начинает экскурсию на второй этаж. Летим. О, слушай, а тут прикольненько. Some of the reasons it took 15 years, you know, there's their construction site for wheels and wagons, and it's like they need tools of the day. They don't have any modern construction technology available. And then also, there's 109 rooms they designed this building. It's all hand stenciled or handmade, and every room has its own unique stencil design. So there's no wallpaper anywhere. So all this detail is taking a while. I told you that. Shipping most of that in from Italy, France, Spain, Germany, Belgium, Ireland, Mexico over the years there. Hardly an idea. Это Верховный суд штата, так понимаю. Суприм Корт. Да, Суприм Корт, Верховный суд. Ух ты, круто. Governor's formal suite.
suite of offices, and it consists of three main offices. We're standing in the reception area up front here, Lieutenant Governor Kim Reynolds' office through that doorway. Кем-то ранено. Вот на демократию в действии. President of China, Xi Jinping. We came here. He and Governor Branstad have maintained a friendship and a working relationship since the 70s, when Xi Jinping's father sent him to Eastern Iowa to study agriculture. So some of the artwork that you will see in here is temporarily gifted from that visit. Okay. And Iowa has a sister province in China, the Hubei province, and that sets up avenues for trade and relationship and things and such as that. So, and then you've got that in here, the Iowa Pilot on this art. On the wall, there's actually a man over the historical building, and he actually sits down and consults with that governor, lieutenant governor, on which portraits they're going to pick. So in, for example, lieutenant governor's office, there was some women's suffrage. And in here, there's the portraits of Norman Borlaug, the founder of the World Food Prize. The Capitol hosts the World Food Prize every year. And the recipient, or the person who received that prize, was just someone who innovates ways to, I don't know, feed mass quantities of people, like to decrease world starvation. Mr. Borlaug, he was able to hybridize wheat to prevent disease. Resistant strains of wheat, stronger strains of wheat, thus increasing the yield for the world population. It's also here. Yeah, I believe these are all, facts. Right. And then also you have a portrait of President Herbert Hoover. He was the only president of the United States who had been born in Iowa West Branch. So, and then you have a portrait of, course, Kirk Governor Branstad up here. And now we're heading back into the governor's office. The furniture comes from the 1920s time period. It's been reupholstered, but the long formal oval meeting table comes from Governor Vilsack's term as governor. So again, as each governor comes into term, some things will change. This is another one of those gifts from the visit, the World Trade Mission there, and it took the artist 24 years to paint that painting. So it's, you know, interesting. Meticulously, stroke by stroke, you know, taking 24 years to do something. Yes. Yes, sir. Yes. Thank you. Right. And then in here, again, you'll notice the stencil design. And you can see the eagle with the arrow in its beak. And that is the official territorial seal of Iowa from 1838. And there's your first governor, Robert Lucas, that territorial governor. Across the way, Iowa's official state of Iowa seal. And then that came from 1846 when Iowa became the 29th state of the Union. And in it, you see the predecessor to Iowa's National Guard, or what would have been like your first militiaman in that seal. It's absorbing the heat of your body. It's a heat sink due to the mineral content in the stone there. This bronze cast statue was originally in the Illinois State Capitol. Alfred Pitcairn was designing that capitol at the same time he was designing this one. On route back and forth, he's over there one day. What else we tell him? Get rid of her pronto. She's too risky. So he brought her back here. They have since recast the mold of the Illinois State Capitol. They wanted her back. Here is an art stand. Those are Peter Kuzmander, Buddy and the American.
buildings across the country. So you'll see there are open several places here in Fox. Just have more nuts. For debate purposes with its own microphone, and then your speak button, and then the page button are for the high school students. For example, when she gets to be a junior or senior in high school, she had applied here to get a paid internship to be a page. She would sit in the black page benches there, and then she could assist senators and representatives with errands, and it's an opportunity for her to be involved in government firsthand in Iowa government and get out of school for the 4-month time period, and they get paid too. Not too shabby of a deal. All right. And then the basic setup here is the well of the Senate. You have the president of the Senate seated in the high back chair, and their main job, one of it might be to announce and introduce each of them in turn as they stand, like what district they're representing. And then also on either side of the well, those are your press boxes for newspaper men and women. And then up above in those opera chairs, that's called the gallery, that's for the public, as an open form of government. Books on all of the stacks in there, and the only people who can actually check books out are Iowa attorneys or elected officials. I would need to leave the books in there to do my research. The retrieval system has always been the law library, and going up one of the two original cast iron spirals, they can go out onto a stack. You'll see the doorway or partition at the end of each stack of books. Once they're up on a stack, they can walk all the way around that. They also, I want to tell you, on the left-hand side, that spiral, they portioned it off or partitioned it like about a fourth of the way up, so you can go up and take a peek and then do a little photography if you want to.
те улицы, они вот так вот, одна в одну сторону здесь заставили движение, мы 82 стороны движением. Прикольно. Ну, скажем так, какой мах отличается? Да, он такой более старый. Ну, да, более старый, производит впечатление. Да. Она уже. Ты знаешь, сложно сказать, надо посмотреть историю. Нет, надо будет. Чисто визуально? Да, визуально. То есть не читая историю, а вот даже как и вот этот небоскреб, который есть. Не знаю, мне кажется, вот центр города здесь очень современный здесь. Ощущение современного города. Это мое субъективное мнение. Смотри, вот эти застройки вот здесь. Ну, это да, это согласен. Да. Более впечатление производит такого современного города, который живет много со временем. И... Вэлс-Фарго, арена. Видишь, Вэлс-Фарго, какую арену отгрохал. В Линкольне отгрохал Пинейкл Банк, такую арену. В Омахе Сенчури Линк. Смотри, вон мозг какой красивый. А вон китайский дом, я снимал его. Там китайский домик, он там находится. Китайский комьюнити здесь его сделал. Все, едем домой, по дороге заправляемся.